Здравствуйте, дорогие друзья! В попытках разобраться в нашем реальном прошлом постоянно приходится натыкаться на явную фальсификацию истории. О том, что история, которую мы знаем со школьной скамьи, является всего лишь версией, причем шитой белыми нитками, об этом, думаю, уже знает или догадывается большинство людей. Однако, временами всплывают вопиющие факты, пройти мимо которых не позволяет совесть. И сегодня как раз такой факт. В самом центре Москвы находится пример «несусветной древности» в кавычках. Это сооружение на самом деле не более чем инсталляция, как сейчас модно говорить. А говоря простым языком, показуха для туристов. Так давайте уже разберемся, что не так с этим фундаментом. Для начала, как всегда, кратко официальная историческая справка. До постройки церкви во имя Живоначальной Троицы здесь была церковь во имя Святого Георгия Победоносца, построенная, как полагают, в знак благодарения кем-либо оправданным судом Божьим. При земляных работах в близлежащих к этой церкви домах найдена в разное время большая масса человеческих костей, хорошо сохранившихся парчевых лоскутков, башмаков и тому подобных вещей, свидетельствующих, что здесь когда-то было большое захоронение. Впервые Троицкая церковь упомянута в Воскресенской летописи за 1493 годом, ввиду того, что она сгорела. В 1565 году была построена каменная церковь. В последующие годы она неоднократно перестраивалась, добавлялись и убирались пределы. В 1812 году Троицкая церковь была разграблена, однако уже в декабре был освящен Сергиевский предел. Основной храм возобновлен и освящен в 1814-1815 годах. В период 1831-1834 годов четверик старой церкви был значительно перестроен и увенчан полусферическим куполом, а ее северный и южный фасады получили четырехколонные портики дорического ордера. С запада была поставлена трапезная и двухъярусная колокольня. Церковь была повторно освящена 9 сентября 1834 года. Последующие переделки были в 1856 и 1874 годах. Церковь Троицы была снесена в 1934 году. На ее месте был разбит сквер. На место трапезной был перенесен памятник первопечатнику Ивану Федорову. Рядом появился магазин «Книжная находка». В начале 2000-х годов в ходе строительства торговых помещений и подземной автостоянки фундаменты церкви Троицы в полях были раскрыты археологами и музеифицированы. Были исследованы 258 погребений древнего кладбища и фрагменты нескольких надгробий XVI-XVII веков. Конец краткой официальной исторической справки. В настоящее время всего в нескольких метрах от этого фундамента расположен автосалон. Интересно, знают ли клиенты этого автосалона, что они покупают автомобили на кладбище? А ведь, судя по официальной информации, это именно так. Не могу судить о том, какого на самом деле года эта постройка изначально и для чего она была построена. Однако, вполне вероятно, что в 1934 году здание, которое было снесено, уже использовалось как церковь. Но не это главное. Главное в том, что нам выдают вот это за фундамент церкви. Давайте посмотрим на это внимательнее. А чтобы не упустить важные вещи, внимание, а также память и мышление нужно развивать. Делать это удобнее и эффективнее на онлайн-тренажерах. Я для этого использую Викиум. Викиум – это онлайн-платформа для тренировки памяти, внимания, мышления и других когнитивных функций вашего мозга. Тренажеры разработаны совместно с учеными-нейропсихологами и психофизиологами из МГУ. Программа развития формируется индивидуально на основе результатов вводного тестирования. Прогресс постоянно отслеживается, а программа корректируется. Заниматься можно бесплатно с небольшими ограничениями. На платформе уже более 4 миллионов пользователей. Для желающих попробовать, оставлю ссылку в описании. Переходите и развивайте мозг с удовольствием. С точки зрения официальной истории сделано очень удобно. На возвышенности, за стеной Китай-города, и всегда можно сказать, какой такой подземный этаж, какое засыпание на 3-6 метров. И это при том, что всего в 300 метрах от этого места находится политех, у которого нашли нижний этаж, засыпанный на 6-8 метров.
Про засыпанный плетех снято много фильмов различными исследователями. Я не буду повторяться. Мы же давайте разбираться с этим так называемым фундаментом, который якобы на поверхности и даже выше уровня дороги. Верхние каменные блоки аккуратные, правильные и ровные, и уложены на цемент. Обратите внимание на толщину стены и план этой церкви. Мы еще вернемся к этому вопросу далее в фильме. А внутри основного четверика церкви уложены надгробия, будто там кто-то похоронен, причем ногами на север. Да, конечно, в церквях хоронили знатных особ, но тогда им устанавливались совершенно иные, более знатные надгробия, нежели просто известняковая отливка. Получается, что эти надгробия просто расставлены, причем для удобства обозрения туристами, ногами на север. Но если надгробия просто красиво разложили, то почему то же самое не могли сделать с самим фундаментом? Также хочу обратить ваше внимание, друзья, на каменные блоки с эрминсулем, которые, по утверждению официальной истории, являются надгробиями. Сейчас не будем вдаваться в то, что же это такое на самом деле, а посмотрим на картину в целом. В монастырях эти камни используют для мощения дороги и фундаментов. А тут их разложили в качестве доказательства «старины» в кавычках этой церкви. Пример использования подобных каменных блоков в качестве фундамента можно увидеть, например, в Лужецком монастыре. Фильм про него уже вышел на канале. Если кто не видел, то ссылочка на него будет в описании под фильмом. Кстати, обратите внимание, надписи на камнях процарапаны. Да, они сделаны шрифтом под старину, но глубина тиснения и качество у надписи и у рисунка эрминсуля сильно отличаются. Элементы декора, наверное, даже комментировать нет смысла. Вы все сами видите. Например, витая тумба вообще новодел. Будто вчера отлили. Обратите внимание, этот камень с эрминсулем вообще оштукатурен. И по штукатурке уже нанесен, собственно, сам рисунок. Сам камень и штукатурка на нем даже по цвету отличаются. Похоже, что с несусветной древностью тут не церемонились. Должен заметить, что ориентация алтаря этого так называемого храма на северо-восток. Однако заносить этот храм в базу данных храмовых построек я не стану, по причине того, что этот так называемый фундамент – это новодел 2000 года. На самом деле эти стены при раскопках выглядели вот так. Согласитесь, есть разница с тем, что нам показывают сейчас. Посмотрите, какая толщина стен и планировка. Много глины в два человеческих роста, и этот фундамент, в кавычках, идет далее вниз. Слева мы видим что-то наподобие гроба. В описании к фото сказано, что это каменный саркофаг. Обратите внимание, что ниже этого саркофага также глина. Это я к тому, что данного человека похоронили уже после того, как глина засыпала город. Таким образом, в настоящий момент возле автосалона просто красивая инсталляция, собранная для подтверждения официальной истории, из камней, возможно, когда-то на самом деле находившихся в старинных стенах. Что тут было на самом деле, вероятнее всего, мы уже не узнаем никогда, так как многократно перестроенное здание было снесено. Поэтому, друзья, будьте внимательны и наблюдательны, обращайте внимание на детали и не забывайте все проверять. Главное наше преимущество перед официальными историками – это факты и логика. На этом я с вами не прощаюсь. Начато много тем, и каждую ждет продолжение и завершение всех тем большим фильмом. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.